Хей-хей-хей, всем привет, с вами Лолошка, и сегодня мы продолжаем играть в игру Спор Космические Приключения. И как вы помните, мы остановились на том, что перешли на этап племя, и сейчас нам нужно, я так понимаю, переделать наше существо. Переделываем мы его в последний раз, то есть потом мы больше его никогда не сможем переделывать. И давайте мы окончательно подумаем, в какой цвет его перекрасить. Не, фу, говно, 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 говно. Зеленый. Ну-ка. Ну, в принципе, нормально, но мне все равно это как-то не нравится. Я, знаете, я хочу его каким-нибудь желтым сделать. Спустя 3 минуты. Получился у нас. Давайте посмотрим снова на его окрас. Ой, я что-то изменил. Слушайте, вот реально, так он мне нравится даже больше. Знаете, такое чувство, что это какой-то НЛО. Не похож на человека. Да, я, наверное, даже так оставлю. И все, погнали тогда. У меня 11 ДНК осталось. Да, мы переходим на этап племя, неужели? Ставь лайк, если ждал этапа племени. Ставлю лайк. Пум-пум. Что у него с рукой? Так ему и надо. Нефиг орать тут. Не, ну да, в принципе, логично. Так и появился огонь. Просто 10 из 10, логика на уровне. Господи, 10 из 10, 10 из 10. Поздравляем, вы готовы перейти на... Чё? На этап племя. Тут просто такие буковки маленькие, я иногда их тупо не могу нормально прочитать. Так, посох, у нас появился посох, как мы видим. Ну ладно, пойдем дальше. Вы можете встретить. Кого я могу встретить? Ну-ка, давайте посмотрим. Подготовка этнографических проб. Ну да, я знаю, что это. Этнографические пробы. Так, мы можем встретить Муму-Бубу. Кого мы еще можем встретить? Зуборга какого-то, Пигушу, крошку Мерилин. Короче, каких-то странных существ. Вы создали племя. Теперь в вашем распоряжении племя из 3 существ. Вы можете давать указания отдельным особям или группе. Давайте посмотрим на индикатор развития. Это индикатор развития. Заключайте союзы, качайтесь и так далее. Это задание, это ваш дом. Понятно, управляйте камерой. Ой, слушайте, это... Да сколько можно? Отстаньте вы со своими подсказками. Для изменения масштаба пользуйтесь колесиком мыши. Да я сам все знаю. Для вращения наклона камеры. Для перемещения камеры нажмите, удерживайте правую кнопку мыши. Хорошо. Что? А, на пиктограмме хижины. Нажал. Щелкните на портрете существа в правой части экрана. Нажал. Ну, наконец-то. Вы освоили управление обзором. Теперь давайте вернемся к игре. Ура, спасибо. Так, что, получается, нам надо быстро развиваться, да? Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Добавить детеныша 10 единиц пищи. У нас 15. Ну, давайте добавим. Почему бы и нет? Так, слушайте, у нас рыба где-нибудь здесь рядом ловится или нет? Рыба, 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 рыба. Так, нет, здесь вообще нету рыбы. Просто нету нигде вообще. Серьезно, нигде рыбы нету? What the fuck? Да как так жить-то, а? Я хотел рыбой питаться, а тут ее тупо нигде нет. Хотя, подождите, это что такое? Это что сейчас было? Это рыба была? Или это у меня уже тупо глюки? Нет, это у меня глюки, окей, ладно. Такс, ну что же, мы без рыбы. Как мы будем добывать еду? Мы плотоядные существа, поэтому мы фрукты не умеем добывать. Мы, видите, не можем их добывать.
Получается, нам нужно убивать охотой. Хорошо, давайте будем добывать охотой. В атаку, братья мои, в атаку! Все, добывайте. Ничего себе, вот это прям такое ровненькое, ровненькое мясо. Как они его только обстругали. Я не понимаю. Они, знаете, такое чувство, что прям по кусочкам его порезали, положили и понесли. А, кстати, у нас же еще один чувак есть. Жарит шашлычок. Ах, смотрите, спрятал шашлык, я все видел. Я все видел, он прячет еду для себя. Все с тобой ясно. Так. Ого. Это новое племя. На планете появилось враждебное племя Муму-Бубу. Да, кстати, они нам... Писалось то, что мы можем их встретить. Таш, это вождь, это глава племени. Сражаться племя может и без вождя, а вот мирного общения с другими племенами без него не получится. Ага, то есть вождь должен жить. Все понятно. Так, ну чё, где они? Вот они. Как вам тут живется? Они уже что-то построили даже. Дудочки какие-то. Слушайте, а я могу что-нибудь построить? Я могу трубы построить. И топоры. Не, ну, знаете, я... What the fuck, что это? Это что за лицо? Это, знаете, похоже на Гитлер. Это реально Гитлер какой-то, только в очках. Просто Гитлер в очках. Ну еще скажите, что это не похоже, не? Жесть. О чем они только думают, а? Вторая мировая, ты что, о ней думаешь, что ли? Фашист. Так, а, ладно. Трубы, топоры. Я буду за дружелюбного играть. Я не хочу больше воевать. Мне нужно 25 еды. Жалко то, что у нас реально рыбы нигде нету. Хотя, может быть, где-нибудь здесь есть? Интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Рыбка, 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 пожалуйста, появись. Ну, блин, ну это уже слишком далеко. Просто рыбы нигде нету. Это вообще нормально? О, вот она, рыба! Только она слишком далеко. Я бы даже сказал, очень далеко. Да, это жалко, это жалко. Ладно, давайте добавим еще одного детеныша. И пойдем дальше добывать еду. Вождь с вожаком дерутся, смотрите. Эпичная битва! Эпичная битва в Майнкрафте! Так, все, теперь у нас будет куча еды, наконец-то. Так, что у нас тут с дитем нашим? Дитё сидит. Дитё скучает. Дитё немного дурачок. Боже, боже, боже! Это же скорость света! Вот почему наши не умеют так бегать? Хватит, ты хватит кричать. Так, у нас 25 еды, наконец-то. Добавляем трубы. Сейчас мы, короче, будем дружиться. Только надо еще дитё добавить. Потому что у нас что-то очень-очень-очень мало существ. Как они так... Откуда они берут эту миску? Я не понимаю. Откуда? Я должен разузнать их секрет. Я просто не понимаю. Как? Кстати, смотрите, тропинка выложилась. Такая ровная тропинка прямо к их племени ведется. Вот она. Откуда она только появилась? Так, ну ладно. Еще одно дитё добавляем. У нас осталось 10 еды. И сейчас будет еще больше. Кстати, ты вырос. Иди убивай вожака. Давайте посмотрим эпичную битву. Нам, в принципе, пока что делать нечего, потому что других племен пока что нету. Можем посмотреть. Давай, давай, слева его, слева. Справа его. То-то же, молодец, красавчик. Можно, кстати, еще и яйцо забрать, прикольно.
Давайте заберем. Нам нужна еда. Так, что мы можем улучшить? Давайте проверим. Насколько я знаю, можно улучшать собственных существ, чтобы они больше еды, например, приносили. Так, вот, например, бутоньер. Сбор пищи второго уровня. Так, это ничего не дает. Это тоже ничего не дает. Общение второго уровня. Так, ну слушайте, общение нам нужно прокачать, потому что общение это как-никак очень крутая штука. Снова общение, здоровье. Вот, сбор пищи третьего уровня. А вот это уже круто. Давайте поставим. Куда-нибудь, не знаю, на спину. Типа рюкзачок на спине. Маленький-маленький, вот такой вот. Все. Маленький рюкзачок, ну как вам? Только он как-то висит в воздухе. Эй, я не хочу, чтобы он висел в воздухе. Во! Офигенно. Так, что еще можно добавить? Давайте общение добавим, чтобы легче было дружиться с ними. Так, здоровье, оружие, общение. Мне нужно сразу какой-нибудь высокого уровня, чтобы общение было. Но я нашел пока что только второго. Во, третьего уровня, зашибись. Колпачок. Ну, давайте колпачок сделаем, так и быть. Не, шапочку, шапочку. Боже мой, как же это выглядит странно. Это же принцесса Лея! Принцесса Лея, это ты из Звездных Войнов. Ну реально же похоже. Особенно вот так. О боже, что у тебя с лицом? Так, ладно, не, я поставлю где-нибудь... Блин, я не знаю, куда поставить. Это какая-то странная штуковина, которую никуда залепить даже толком нельзя. О, вот так вот. Неплохо, короче, выглядит. Пусть так останется. Можно даже чуть-чуть повыше. Шапочка такая. Пусть будет. Зато общение крутое будет. Сейчас наше дитё вырастет, и мы его сразу же отправим трубу чистить. О боже, они дерутся. Вы чё деретесь? Мазохисты хреновы, вы чё вообще офигели? Бьют друг друга, а потом смеются. Так, сейчас этот чувак покушает. Все, идите все трубу берите, мы идем дружиться. Все трубу берите. Эй, чувак, к тебе это тоже относится. Давай, быстрее, мы все тебя ждем. Понимаешь, да? Несколько тысяч людей тебя ждет. Все, отлично. Все взяли трубы, погнали дружиться. Так, поселение коричневое. Чтобы заключить союз с этим поселением, устройте музыкальное представление для его обитателей. Племена-союзники будут делиться с вами едой, так что постарайтесь на славу. О, делиться с едой, это вообще круто. Так, ну чё, где вы? А, вот они уже. Все, давайте, погнали. Светопредставление. Все. 10 из 10. Еще хочу. Я хочу максимально с ними подружиться. Ого! Смотрите, появилось сразу несколько других племен, и одно из них находится просто где-то в жопе. Так, все, мы подружились. Круто. И мне подарили какой-то монумент. Йоу-йоу-йоу! Поселение коричневые стали вашими союзниками. В память об этом знаменательном событии они подарили вашим подопечным новый фрагмент для тотемного столба. А также поделились своими инструментами и снаряжением. Теперь их можно приобрести в меню племени.
Прикольно. Ого. Смотрите, деревня улучшается. Ой, прикольно, прикольно. Вау, ну реально круто. Ставь класс, если нравится новая деревня. Племя развивается, теперь у вас есть хижина побольше и максимальное число существ. 9. Так, окей, окей, окей. А, значит, мы идем сейчас домой. Добывать еду. Добывать еду — это самое главное в нашей жизни. Вот жалко то, что я фрукты не могу добывать. Это просто обидно. What the fuck? Ничего себе! Охудеть, похудеть! Ну ничего себе! Вы посмотрите, что он творит! Жесть! Опупеть! Ну, слава богу, он хоть выжил. Он находится прямо возле нашего племени! Монстр прямо возле нашего племени! Блин, я боюсь, а если он нападет на нас? Мы же просто всрём. У него 1000 жизней. Мы его хрен убьем просто. Надо бояться. Бояться, бояться. Остроги. Остроги позволяют ловить больше рыбы в омутах. Да нету у меня рыбы, вы посмотрите. Нету у меня рыбы, где я вам рыбу достану? Неужели я должен пол карты оббежать, чтобы какую-то рыбку достать? Гений хреновы. Вообще просто А, вот, смотрите, рыба есть. Возле вот этих чуваков. Слушайте, а давайте, кстати, с ними подружимся. Пойдемте подружимся, реально. Только мне нужно сейчас 25 еды, чтобы построить дудочки. Мне нужны дудочки, срочно дудочки. Все, добывать еду охотой, погнали. Еще один, еще один. Бейте его. Он что-то задумал. Каждый добывает по чуть-чуть еды. Давайте, давайте. Не мешкайте. Надеюсь, кстати, сейчас они будут добывать больше еды. Вот мы же поставили вроде как добычи еды 3. Третьего уровня. Кстати, а почему они приносят по 5? А вот по 8. По 5. По 8. Короче, иногда по 5, иногда по 8. А этот вообще всего 2 принес. Фу. Фу на тебя, фу. Кстати, нужно отметить то, что мы с ними подружились. Вот с этим племенем. Как мы это отметим, спросите вы? Это глупый вопрос, потому что мы отметим танцем. Будем танцевать! Ахаляй-махаляй! За тебя калым отдам, душу дьяволу продам! На-на-на-на-на-на-на! На-на-на-на! Все, хватит. Идите кушать. Все, ставим дудочки. И сразу же детеныши вызываем. Просто из ниоткуда появился. Так, и еще одного. Нам нужно максимум детей, максимум. Мы будем терроризировать этих детей. Ха-ха-ха. Так, сколько у нас в итоге их? 3, 6, 8. Окей. Значит, четверых мы отправляем на дудочки, а еще четверых мы отправляем на трубы. Хорошо. Ждем, короче, пока дети вырастут. Да заткнитесь вы уже, хватит ржать. Ой-ой-ой, монстр рядом. Племя поселения коричневые преподносит вам дары. Щелкните на подарки, чтобы принять его. Где-где-где-где-где? А вот они реально, смотрите, идут с дарами. Замечен враг, нападение чужого племени. What the fuck, на нас нападают. Вот это жопа, реально, это жопа. Я не хочу, чтобы на меня нападали.
Я тут только хотел с кем-то подружиться, а тут уже нападение. Так, слушай, может хватит драться, а? Чё-то ты долго дерешься. Давайте примем подарок. Спасибо большое. Эй, где дары? Спасибо. О, 10 сразу, ничего себе. Ой-ой-ой, вот они нападают, твари. Скооперироваться, племя. Нападаем, нападаем, давайте, давайте, давайте. Вот этого бьем. И вот этого, последнего. Будут знать, как на нас нападать, твари, а. Вы посмотрите. Наглые ублюдки. Все, берите дудочки, сейчас мы идем дружиться. С кем мы будем дружиться? Мы будем дружиться с зелеными. На нас, кстати, почему-то зеленые нападают. Они хотели у меня, походу, своровать еду. Вот твари, а. Ну ничего, мы все равно с ними подружимся, потому что я хочу с ними подружиться. Так, сначала нужно им преподнести дары. Сначала дары, потом уже подружиться окончательно. Топайте быстрее! Ничего себе, скала какая огромная. А это, кстати, кто такие? А, это наши союзники. Смотрите, они ловят рыбу, а мы не можем. Потому что у нас рыбы рядом нету. Все, отлично. Теперь дружимся. Зеленый, будьте нашими союзниками. Давайте. Пожалуйста. Все, отлично. И еще раз, чтобы максимально подружиться. Все, крутя, крутя. К тотемному столбу добавлен новый фрагмент. Инструменты и снаряжение ваших союзников теперь доступны в меню племени. Хорошо. Так, что мне теперь доступно? Мне теперь доступны трещотки. О, трещотки у меня их нету. Пока что, да. Пойдемте попробуем подружиться с розовыми. Надеюсь, они трещоток не будут требовать. Если потребуют, то это очень плохо. Но мы, короче, будем постоянно как-нибудь пытаться без трещоток с ними подружиться. О, у нас, кстати, еду кто-то ворует. Кто это? Ах, это жирная маленькая тварь, смотрите. Шимпанзила-вожак. Своровал кучу еды и ушел. Только не трещотки, пожалуйста. Умоляю, только не трещотки. Все, супер. И последний раз. Племя поселений Зеленый преподносит вам дар. Отлично.
Ой, я не то нажал. Фак. Йоу! Это было просто. Племя добавило третий фрагмент к тотемному столбу. Также вам теперь доступны инструменты и снаряжение соседей. Хорошо. О, сейчас племя еще раз улучшится. Куда уж круче. Офигеть. Не, ну уже больше похоже, знаете, на такую цивилизацию маленькую. Племя развивается, существа улучшили жилище, и теперь вы можете увеличить население до 12. Ого. Так, ладно, все, племя, идите домой, надо попраздновать маленько. Так, у меня вроде никто ничего не ворует, да? Что? Что? Смотрите, рыба появилась. What the fuck is going on? Тут рыба по... Я точно помню, здесь ее раньше не было. Я прям 500 миллионов раз проверял, не было здесь рыбы. Вы сами видели, я реально проверял, но не было. Я вот так вот водил. И рыбы здесь никакой не скакало. Охренеть, так все-таки здесь она есть. Она, наверное, не сразу появляется, а только через некоторое время. Круто. Наконец-то у нас рыба есть. Сейчас пойдем ловить. Пойдемте, давайте попразднуем маленько. За тебя, Калим, отдам, душу дьяволу отдам. На-на-на-на-на-на-на. Не помню слов. Все, хватит. Идем, давайте, ловим рыбу. Конечно, у меня острогов нету, но я сейчас тогда, знаете, наловлю 25 рыбы. Ой, в смысле, 25 еды. А потом построю остроги, и еда будет ловиться намного быстрее. О, кстати, еще одно племя появилось. Поселения желтые. Они выглядят довольно опасно. И племя у них улучшено почти так же, как у меня. Точнее, так же, как у меня. Офигеть. Да, это жестоко. Семейный праздник. Ловля рыбы. Вождь уже закончил. А другие? Не, ну в принципе, я думаю, мне уже стальки и рыбы будет достаточно. Поэтому, вождь, давай, ты сейчас положишь рыбку. И все. Больше там, ну, ты нам тут не нужен. Все, 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 все наловили. Ой, какие молодцы, молодцы. Сейчас куча еды будет, наконец-то. Сделаем максимальное количество детей. Добавим 3 щетки. И сейчас пойдем дружиться с кем бы подружиться. Давайте с оранжевыми. Они очень далеко, поэтому можно с ними подружиться. Почему бы и нет? Кстати, интересно, сколько я снимаю эту уже серию? Наверное, минут 20 уже, это точно. Ой, нет, куда вы идете-то? Куда вы идете? Давайте, берите 3 щетки. Так, нас, в общем, раз... Так, 3... 6... 9... 11. Нас 11 получается. Окей. 11 на 3 не делится. Это плохо. Получается, у нас будет 4 трубача. 4 чувака, которые держат дудочки. И всего лишь 3... 3 щеточника, так сказать. Сейчас они вырастут, эти будущие трещоточники. Все, круто. Идем дружиться быстрее. Давайте, давайте, давайте. Еще чуть-чуть. Все, бежим. Сначала с дарами идем, потому что дары — это главное. Без даров не дело. Ну-ка, вы плавать будете?
Не, они, смотрите, они просто перелетают воду, они не хотят плавать. Племя поселения Коричневые преподносит вам дары. А, точно, я же прошлый дар не принял, я забыл про него. Блин, извините, чуваки, но я не могу сейчас его принять. Я иду дружиться. О, what the fuck, изгой, ну он, смотрите, огромный след. Вот это да! Охренеть! Вы когда-нибудь такое видели? Я впервые такое вижу в споре. Это же какое существо должно быть? Это больше, чем тот монстр. Охренеть! Жестоко, жестоко. Так, ладно. Преподносим дары. Блин, у нас один чувак сильно кушать хочет. Ну ничего, ничего, ты поешь, когда вернешься. Все, давайте быстрее, быстрее, нужно кушать срочно. Ну, че вы медлите? Ну, давайте, заводите, за тебя, Калыма, дам. Давай, да быстрее, 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 быстрее. Так, и последний раз. Господи, как же долго они выстраиваются в ряд. Так, ну тут все понятно, тотем добавит, и мы сразу же, наверное, отправляемся домой. И что же я хочу вам сказать, скорее всего на этом я буду заканчивать данную серию, потому что, ну что-то я уж слишком заигрался на этапе племени, я не думал, что я так долго вообще буду играть. Смотрите, мы уже практически всю полосу заполнили, осталось в принципе подружиться только с одним, но такое чувство, что я эту серию реально уже очень долго снимаю. Надеюсь, она вам понравилась, так как этап племя, он сам по себе, ну, довольно скучный этап, но я пытался сделать его как можно... веселее, что ли. Кстати, смотрите, они воруют, твари, а, воруют, блин. Ненавижу их. Но ничего, мы с ними все равно подружимся, но уже в следующей серии. Надеюсь, вас на лайк прям мотивируют лайки снимать дальше серии. Извините за то, что спора не было целую неделю. Просто, ну, дела были кое-какие полнедели. А потом я Майнкрафт снимал, в итоге не получилось снимать спор. Ну, в общем, прошу прощения. Спасибо огромное за то, что посмотрели данную серию. Если здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами было Ложка и Спор Космические Приключения. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока.